Мы шутим, что города есть портовые, а есть беспортовые. Центр мира или город, застрявший в 90-х? Когда они все договорились и говорят: слушай, мы сейчас неделю не поездим, и тебя народ сам снимет. Чем живет власть Владивостока, что делает и о чем мечтает? Вот так прямо пойдет мост, и можно за 30 минут из Владивостока доехать до Китая. Сладка ли жизнь в соляной бухте? Подводные камни, политические водовороты и холодные течения между уровнями власти. Все было продано до вас. Я бы сказал, даже как в фильме, все украдено до нас. Пресса пишет, что вы один из самых состоятельных людей Дальнего Востока, так ли это? «Лица» с главой Владивостока Игорем Пушкаревым. Смотрите в субботу в 17:00 и в 23:00 на телеканале «Продвижение».